Значит, всем привет. Получается, вот курица болеет, чихает у этой подружки. Пена на глазах. Вот, можно увидеть. У петушка фиолетовый гребень. Тут началась весна. Тут теплицу немножко подтопило, когда снег таял и шел дождь. И я их сейчас буду всех пропаивать вот таким средством. Тилозин 50. Оно идет специальное против всех этих бактерий и конкретно против той, которая имеет промежуточную стадию между вирусом и бактерией, которая вызывает вот такие респираторные заболевания у кур. Дозировка у нее очень маленькая. Я пару кур сначала уколола. Вот эта вот курица. Она прям совсем была такая. Уже все, конечная. Сейчас она хоть нормальная. Обычно после вот этой стадии они там 2-3 дня, и они уже все, умирают. Вот. И буду их пропаивать. То есть курица это выжила, все нормально. Надеюсь, сработает. Если нет, то значит у них какая-то другая зараза, которая не относится к этим бактериям. Но думаю, вряд ли. От кокцидоза они все пропоены. Никто кровью не срет. Белым никто не срет. И хотела показать товарищей, которых мы купили. Это бронза. 5 индюшат. Так. Они какие-то шебутные. Вообще, по сравнению с моими. Что-то носится, им ноги клюют. Вообще. И вот в чем разница. Вот это Биг 6, Словакия. А это бронза. Ой, на меня прилетел. Капец. А у них разница в один день, в общем, в возрасте. В один день разница, но биги намного больше, это сразу видно. Не знаю, может быть, конечно, еще их кормили кормом, который не отвечает их потребностям, потому что вот они ходят, что-то ноги вон клюют. Не знаю, может, у них такой характер. Перья вон что-то клюют. Вон он его трепает. Бумажку трепают. Вот. Но у меня там еще скелетин наполнен. И корм у меня BioPro. А их кормят Титан Агро кормом. Я вот спрашивала у нее. Вот так. Посмотрим, что с ними будет. Я думаю, если им 13 дней, то, скорее всего, они уже все пропоены. Но они вообще очень активные. Я не думаю, что кто-то из них больной какой-то. Вот они. Шебутные прям вообще.
Вот она, курица, стоит. А у нее пена на глазах. Вот это больная курица уже. Это что-то вот в талой воде было. Что-то там было. Ну, никуда не денешься от этого. Чихает, чихает. Надеюсь, все нормально будет. Вот так. Надеюсь, я правильно определила по симптомам, чем болеют куры. Вот это вот она была. Прям вообще уже стояла отреченная от всех. Такая зажурилась. Еле-еле душа в теле. Я ей сделала укол телозином. С инсулиновым шприцом в ляжку. 2 дня я ее колола. Вот, 3-й день сейчас пропойка для всех будет. Вот она чихает. Как бы у них из признаков только ну, на начальной стадии, первый день, то есть я заметила это. То, что вот они вот так вот чихают, и пена на глазах. Ну, посмотрим, как пройдет лечение. Вот, малыши. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.